объединенной компании уменьшается с 62 до 38%. Не все наши процессы. Портово-промышленный кластер продолжает расширяться. Он включает строительство высокотехнологических... Которое она проиграла, ну и обидно. И она говорит, ну можно мы еще раз сыграем? Секунды и помогает сокращать продолжительность насморка. Назерин, не надо ждать, чтобы... И силы и космоса почуяли их энергию. И впереди нас ждут неприятности. Общий стойкий сердце. Портал гости поймал. Сейчас могут по-настоящему серьезные проблемы. У Александра Яковлевича там еще ноги сильно. Согласен с тем, что огромное количество людей недовольны тем, что Лукашенко остается президентом Беларуси, и их единственное условие перестать протестовать — это его уход. Я это понимаю, я это знаю. Согласитесь и вы с тем, что Лукашенко, судя по всему, и вчера он это показал, уходить, по крайней мере, на ближайшее время никуда не собирается, и мы с вами, как люди, которые, надеюсь, хотят, чтобы не было дальнейшего нарастания насилия. Но Яковлевич, что будет дальше в ситуации, когда он не уходит, а те, кто хочет его ухода, продолжают протестовать? Пожалуйста, какие возможные варианты? Вы, конечно, абсолютно точно. Их, абсолютно их представителям точно. Абсолютно точно. Вы, вот.